В областном экспоцентре в эти минуты продолжается рождественский саммит «300 лет омской недвижимости». Эксперты со всей страны приехали в Омск, чтобы обсудить профессиональные проблемы, которые в первую очередь связаны с экономическим кризисом. Как отмечают участники, проблемы в регионах похожи. Резко упал спрос на строительство и продажу коммерческой недвижимости. Все эксперты сходятся во мнении, что сейчас ситуация на рынке недвижимости разительно отличается от 2008 года. Застройщики менее закрыты. Они используют собственные средства, поэтому рядовым покупателям эксперты советуют вкладывать деньги все же в жилье, а не в валюту. Наверное, момент времени для приобретения недвижимости не самый плохой. И, как обычно, в период кризиса цены снижаются. Да, в это время выгодно покупать. Наверное, мой главный совет – это не делать резких каких-то спонтанных решений, потому что они, как правило, совершаются на пике тех или иных процессов, да, когда цены на валюту растут, давайте купим валюту. Там в этот момент цены на недвижимость растут, тоже все покупают. В общем, здесь вопрос взвешенности инвестиционного портфеля, он остается ключевым. Добавлю, что работа саммита продолжается, он продлится до вечера, ну а по итогам форума участники примут расширенную резолюцию, в которой будут отражены пути решения основных проблем на российском рынке недвижимости.